Всем привет! Сегодня воскресенье, следующий день. Софийка качается. Опять они открыли эту умывальник. Она опять вся мокрая, уже устала менять эти. Не знаю, вроде как сейчас в парк пойдем. Давай. Так что погода суперская вообще. Куда? Вот тут качается. Вот хотела показать, как они внутри живут, но семья хорошая, но по детям видно, что плохо они надеты. Очень плохо, конечно. Но она их плохо надевает, потому что они на улице играют и... Кюпра! И сразу орать. Вот, так что сейчас, наверное, пойдем в парк. И уже там включусь. Потому что они тут уже не знают, как, куда себе найти место. Ладно, попозже включусь. Сегодня они плохо себя ведут, и вообще надо их купать, мыть, выгулить хорошо. Тогда они могут успокоиться. Мы уже в парке, но который у нас у дома. Ну, который недалеко. Лодка хорошая. Ну, они уже полезли. А София где? Софию как капусту надела. Немножко погуляем, надо сегодня ее покупать. Чтобы все штаны становятся каплями. Да, Софийка? Кипра! А сейчас София полезет. Чуть-чуть их поснимаю. София, давай, залезай. Залезай, залезай, моя капуста. Надела жилетку, что ветер. Штаны были когда-то штанами. Ладно. Салфетки я взяла. Где покатишься? Иди по желтой катись. Вон детишки. Давай, давай, катись по желтой. Давай. Садись, я тебя сниму. Садись. Садись. Я тебя сниму чуть-чуть. Давай, садись. Ой, весела уже прокатилась. Давай, София, садись. София, садись. Садись давай. Катись. Я тебя тут жду. Давай. Катись, 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 катись. Опа. Круто. Давай, еще. Качаться пойдем? Что погодка? Супер, будем гулять. Да? Будут. София, нельзя драться. Садись тоже. Садись. Садись. Садишь? Садишь? А не. Да. Не знаю, как она с тремя детьми справляется. Садись. Не знаю даже. Понятия не. Убери ручки. Не могу понять, как она с ними справляется. Я с одной тогда не могу справиться. Но они все спокойные детишки. Так, кроме Бигера, конечно. Надо подтянуть. Теперь давайте я подтяну. Все, уже выходишь? Быстро выходишь. Быстро покачалась. Ах, что, котурми? София так хорошо играет. Я тут сижу, чай пью. Смотрю блогеров, а она так хорошо играет. Супер. Вот я уже тут повыставляла всяких видео. Ну, что всяких. Но выставила немножко. Сейчас я... Вот, там просто еда. Тут свет, и чтобы был свет. Вот, так что... Были мы в парке, потом пришли, помылись. Потом закончился у нас газ. В общем, ели у свекрови. Гуляли вечером. Бежит. Ну, так что она уснет, я буду доделывать цветочки. Вот я уже говорила, что не буду цифру 2 делать сама. Жду сестру. Вот. Так что смотрю на себя, что редко крашусь. Поэтому, наверное,
Вам кажется, что я не очень выгляжу, потому что не крашусь. Реально, некогда краситься, солнце палит уже, ну, жарковато бывает. И краситься нет смысла. Ну, мне как есть смысл, но я просто не крашусь, чтобы все время на улице с детьми. А что у тебя там? Покажи, что у тебя? Дальше. Играешь, да? Кто там? Скажи привет. Молодец. Молодец. Вот там этот тюб. Тут, ой, баллон этот газовый поменял муж. А что смотришь? Что слушаешь? Да. Ты там книжки читаешь, да? Сама читаешь? О, это что у нас тут? Про паровозик. Это паровозик. Ля-ля. Ляли везет, да. Да? Паровозик Ляли везет. Деде. Деде, да. Ля-ля. Деде это дедушка. Видно, видно. Это Ляли. А это паровоз. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я. Деде. Деде, да. Дядя. Ну да, дедушка. Он такой кривой почему-то. А, кто-то его уже тут. София. Что они отклеиваются так быстро? Наверное, во влажности. То, что влага была. Мне так испортились ложки из дерева. Просто покрылись плесенью. Дом не протапливался. Надо, короче, все клеить опять. А это кто? Чик-чирик. Птички. Птички. Не гага, это птички. Чик-чирик. Гага. У тебя все гага. Гага, это птички. Чик-чирик. Это не гага, это птички. Птички, чик-чирик. Они так. Чик-чирик. Нет? Ладно, ладно. Вот, так что... Ой, бьет меня. Видите, бьет. Это дело свитер нормальный. Вчера ездили, хотите вам прикол расскажу? Вчера ездили к мужу дяди. Ну, мужа есть дядя, да? Дяди мужа. Как правильно. И я надела такой свитер какой-то вообще такой мужа. Ну, их нет, эти шаровары. Это, как это? Зашла. Ну, как их, как и они была, короче. Я сегодня весь день смеялась, маме рассказала, говорю, мама, я вчера что-то так наделась. Я говорю, Руси, я так не надеваюсь. Сегодня я уже помыла, надела нормальный свитер. Хочу все выкинуть свитера, которые непонятные, просто ужасные. Не хочу носить ужасные свитера. Было в том году, я выкинула столько вещей. Вот, я смотрела у блогера, что одна девушка показывала, выкидывала свои вещи и показывала, какие вещи она носила. Я тоже, наверное, сниму все свитера, которые я носила, и просто их выкину. Я не выкину, я в пакет и в ту будку, где, ну, с этой будки потом люди собирают и малоимущим отдают. Поэтому я туда все это выкину, и, наверное, я это все разберу летом, когда будет жара. Просто я все кофты непонятные, ну, в общем, буду вместе разбирать. Вот, и я покажу, что я носила. Конечно, это трэш. И уже осенью надо покупать. Но я не буду забегать наперед говорить. Но по идее, если все выкинуть, то надо осенью будет покупать нормальные свитера. Вот это, в принципе, нормальный свитер. Ну как бы, неплохой. Только рукава чуть-чуть коротковаты. Я подправилась. Сейчас стараюсь. Вот уже два дня. Смотрю, вот такой, аккуратненько. Аккуратненько. Стараюсь два дня уже... Что вечерами не ем, но все равно чай попью. С конфеткой, с какой-нибудь там шоколадкой маленькой. Видите, пью чай. Вот. Так что вы мне пишите, если вам будет интересно. Я постараюсь снимать обзоры квартир, домов. Вот. Будет возможность, я буду снимать. Если вам, конечно, интересно, я... Ну, хорошая идея, кстати. Снимать там, ну, просто вам интересно, как тут живут люди? Я вот, ну, именно где я живу, я буду снимать, да, там. Ну, вот к сестре мы когда поедем, я обязательно сниму, как она живет. Ну, посмотрим. Свекров, наверное, свекров дом я быстрее сниму.
свекрови, когда не будет дома, дети будут тут гулять, и я сниму дом. Так, быстро сниму, просто покажу вам примерно, что да как. Посмотрите. Вот, так что, наверное, я, не знаю, закончу, наверное, влог. Или еще. София, не надо кидать. Или еще попозже включусь, когда буду делать цветочки. С вами поделаем цветочки. Сейчас я закрою. Может, что вспомню. И тогда вам расскажу. Если не включусь, то увидимся в следующем влоге.